Hello, игроманы! Как ваши дела? В общем, игра Duelfield Chronicle. Хроника Duelfield. Так в прямом переводе, если сказать. В общем, сначала думал сделать такой более длинный обзорчик, включить игру, записать все как надо. Но потом решил очень коротенько все это закончить, так как, ну, если так простенько сказать, эта игра больше для мобилки, и то так тоже будет оценочка там на мобилке, думаю, не очень. На Steam она, как видите, ну, смешанная, 313 есть за что, разработчики и издатель Square Enix. Игра банальна, все очень банально, боевка банальна. Вот именно что так выглядит, как будто это создавалось, ну, для телефона, для мобилки, там максимум для планшета. И сюжетка банальная совершенно, там война с империей, против империи, которая несет разрушение и хаос. Да, вот. Ну, все, как бы, что-то добавить там грандиозного об игре нечего. Ну, просто все очень просто, банально, понятно. Все. Вот такой вот быстренький маленький обзорчик. Поэтому я не знаю, что Square Enix ожидали. Кстати, даже если и на мобилке она появится, то мне просто будет интересно, за какую цену. Ну, зная Square Enix, у них там каждая игра стоит, как будто она, не знаю, алмаз. Ну, посмотрим, поживем, увидим. По крайней мере, игра еще не до конца разработана. Она еще в разработке. При входе в игру это пишется. Она сейчас демо. Раздается демо на Steam. Ну, в общем, кто хочет посмотреть сам, хотя не знаю, что там такого, пожалуйста. Ладненько, ребятишки, всем спасибо, до следующего видео.